Коллеги, рядом со мной Мария Бартюк, представитель компании «Газпромбанк». Здравствуйте. Здравствуйте. Хочется поговорить о замечательном, интересном продукте «Газпром Пэй», но, наверное, начните вы. Да, это очень интересный продукт, который совсем еще молодой. Его старт мы анонсировали 21 марта. Это российский кошелек. Как уже говорят наши партнеры про него, это кошелек российского производства для того, чтобы оплачивать комфортно, безопасно в интернете. Во-первых, хочется узнать, «Газпром Пэй», все мы сразу понимаем, какие Пэй у нас были, каких он не стал. Я так понимаю, главное конкурентное преимущество «Газпром Пэй» – то, что он работает. Действительно, он работает. К кошельку у нас присоединились уже порядка 70 партнеров. Это крупные российские площадки, традиционно, которые эквайрил «Газпромбанк». Это ЖКХ-площадки, коммунальные услуги, площадки, связанные с, условно говоря, транспортной доступностью, транспортным в целом. Он работает очень стабильно, и не зря мы говорим, что это российский кошелек. И он носит название не просто «Газпромбанк», а именно носит название ПАО «Газпром». Замечательно. Во-первых, это внушает нам доверие, пиетет. И мы всячески понимаем, что мы будем платить наконец-то телефоном, как мы это делали и привыкли. Я сейчас все расскажу. Мы, когда запускали этот сервис, мы дали надежный, безотказный способ оплаты пока в интернете. Потому что все мы знаем, что мы переживали пандемию, и нам важно было, не выходя из дома, комфортно, безопасно совершать покупки. В планах развития кошелька, конечно же, дать удобный, комфортный способ оплаты, когда у нас в руках только смартфон, мы подходим, прикладываем смартфон к терминалу, и наши платежи проходят. Отличительная особенность уже сервиса «Газпром Пэй» о том, что для этого необходимо сворачивать приложение. И он работает с картами любых банков. Один раз зарегистрируешь в сервисе, привязав карты, которым вы используете для дели расчетов, вы будете безопасно и комфортно оплачивать свои платежи. Я уже прямо сейчас могу скачать приложение и начать им пользоваться. Вы можете зайти на сайт партнера, где уже установлен этот кошелек как способ оплаты. Повторюсь, что приложение нет необходимости скачивать, его пока нету. В планах мы надеемся вывести данное приложение. Пока это веб-версия кошелька, которая в целом уже полностью работоспособна и готова принимать своих клиентов. Это ли не чудо? Вы ответили на вопросы всех людей, которые пытались открыть карты и сделать что-то для того, чтобы им было удобно. И вот приходите вы и дарите нам эту возможность. Абсолютно верно. Мы ждем наших клиентов, мы ждем наших партнеров. Приходите. А мы, как клиенты ваши, скажем вам спасибо большое. Спасибо.